Матлюба Алимова начала свою карьеру с фильма советского производства «Цыган». В фильме на роль Анастасии выбрали именно Алимову, которая вскоре вошла в количество очень экзотически красивых актрис СССР. Достаточно необыкновенную внешность она получила из-за смешивания нескольких кровей. Увидев ее впервые в фильме, многие зрители подумали, что она и вправду цыганка. На момент съемок фильма актрисе было 25 лет, следом за выходом фильма пришла и популярность актрисы. При этом она уже была студенткой и училась в ГИК. Кроме этого фильма она светилась и во многих других фильмах, исполняя очень светлые роли. Ее можно было часто встретить на экранах до 90-х годов. После в ее жизни случился творческий кризис, и она, безработная и в подавленном состоянии, поехала в родные края в Узбекистан. В нулевых она снова прибыла на экраны, вновь набирая толпы поклонников и популярность. Становясь старше, она становилась все краше, и все поклонники очень восхищались ее красотой, а также отличной фигурой. Сейчас, уже 66-летняя, Матлюба живет на родине, предложение по поводу съемок получает изредка, и то отказывает, в основном отказы из-за незнания языка. В связи со столь продолжительным временем, она думает, что Россия забыла ее. Она с удовольствием согласна на интервью и ответит на многие задаваемые ей вопросы. Занимается дизайном, переделывает, воскрешает ковры, которым за 20 лет жизни, а умиротворение к ней пришло вместе с верой в Господа. Детей у нее нет, как и семейной жизни, в общем. Одинжды выходя замуж, прожила 3 года в браке, после чего развелась, затем прожила 20 лет с мужчиной в гражданском браке.